И, друзья, всем доброе утро. Мы продолжаем изучать Тору. И сегодня у нас очень интересный урок, потому что первый раз вот эти две книги противоречат друг другу. Вот мы изучаем тему благодарность. И сегодня мы по двум книгам, да, по двум подходам. Это хасидский подход, такой прям глубокий хасидский подход. Хотя сегодня в уроке ссылается Рав Шлома Аруш на Виленского Гаона. Интересно, это там мне было тоже. А Раби Зелик Плистин, он такой литовский подход. Именно, ну, они два разных подхода. Но до этого момента они всегда дополняли друг друга. Сегодня нам придется разобраться в одной очень важной такой вот вещи, да? Сейчас мы разберемся. Значит, смотрите. Говорит в 36-м уроке Рав Шалом Аруш. Значит, сегодня у нас будет Лерифа Шлема Пинхас Бен Авраам. И все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы выздоровели. Что сегодня сила урока идет на всем, кто нуждается в выздоровлении. Ривка Бацара, Рита Батбася и все, кто нуждается в выздоровлении, все, особенно те, кто сейчас в плену, это дай Бог, чтобы все они вернулись домой, живые, здоровые. То есть там были очень люди, пожилые, больные, дети, чтобы все они были здоровы, чтобы все вернулись домой. И чтобы все солдаты, которые сейчас их защищают, пытаются их освободить, чтобы все вернулись домой живыми, здоровыми. И чтобы закончилась война, все, то есть нам что нужно? Вернуть своих пленных, убить этих бандитов, которые хотят убивать маньяков, чтобы больше не было маньяков, которые хотят убивать. И все будут жить мирно. Хорошо. Говорит Рав Шалом Аруш сегодня, он продолжает тему, почему те люди, которые идут по его пути, да, они начали благодарить. И сегодня Рош Ходеш, конечно же, всем Ходеш Тов, что был прекрасный месяц. Начинается месяц Кислев, с днем рождения, с бар-мицвой, значит, Эстер Исраэль, ее младшего сына бар-мицва, чтобы было ему, вот он в 13 лет, чтобы ему все пошло дальше хорошо, только чтобы у него было в жизни радость и счастье. И, значит, говорит Рав Шалом Аруш, почему, говорит он, почему... И, естественно, чтобы, так как у нас очень много из Украины, чтобы закончилась война в Украине, чтобы люди все вернулись в свои дома, чтобы был опять мир, и чтобы мир вообще наступил, это самое главное, чтобы мир в Украине прямо как можно быстрее, чтобы все люди вернулись в свои дома, чтобы все вернулись в своих границах, и будет все великолепно. Дальше, значит, еще раз, задает Рав Шалом Аруш вопрос, он говорит, смотрите, есть многие, которые пошли по пути благодарности, и они начали благодарить, и они ждут чудеса, и чудеса не приходят. Чудеса не приходят. То есть мы видим, что как происходит. Вот живет человек, у него все хорошо. Он обычно, когда у него все хорошо, он не благодарен за то, что хорошо, он начинает думать, а что бы мне еще, чего мне не хватает, думает он. Вот чего мне не хватает. И он создает себе ощущение нехватки, да, он ставит себе какие-то цели, он кому-то завидует, и он не благодарит Всевышнего за то, что у него есть, и Всевышний через какое-то время присылает ему проблемы. Когда у человека появляется проблема, ему еще тяжелее благодарить. Он в этот момент не благодарит за то, что у него есть. Он в этот момент просит Всевышнего, дай мне то, чего мне не хватает. Ему реально, когда проблема... Это болезнь, это, ну, какая-то там та же война, потеря дома, потеря семьи, потеря того, потеря сего, болезнь. То есть в этот момент человеку реально плохо. То есть когда ему было все нормально, а он был недоволен, ему было скучно, это его проблема. Это и есть, называется, ну, то, что называется грехом, да? Теперь, за то, что человек, когда ему было хорошо, за то, что ты не служил Богу Всесильному твоему, когда тебе было хорошо, и когда у тебя было все хорошо, а ты ему не служил, за это приходят проблемы. Это как бы первая вот ситуация. Есть люди, у которых все хорошо, но они не благодарят Всевышнего, им, они сами делают себе плохо. Это первая категория людей.
Вторая категория людей – это люди, которым реально плохо. И они, когда реально плохо, они, у них два варианта. Или просить Всевышнего: верни мне, как было. Вау, вы вылечи меня, пожалуйста. Верни мне мои деньги, там, которые я потерял. Верни мне там, мужа, жену и так далее. Или же они не просят Всевышнего. Они говорят, то есть они все равно не обращаются ко Всевышнему. Это вторая категория людей. Третья категория людей – это то, что нам говорит Рав Шалом Аруш. Он говорит, а вы начните благодарить, примите волю Всевышнего. Примите, что Всевышний, он же хозяин. Не надо просить, а надо благодарить. Сказать: я понимаю, что ты управляешь миром. Я понимаю, что все от тебя. Я понимаю, что все к лучшему. Ты хочешь-то только добра. Я тебя благодарю за то, что произошло. Такой прямо разворот на 180 градусов, на 360. То есть все, человек повернулся, как? Ему плохо, он благодарит. Говорит Рав Шалом Аруш, что именно такое поведение, оно приводит человека, он получает чудесное спасение от Всевышнего. Когда ему плохо, благодарит. Теперь смотрите, если вам хорошо и вы благодарите, вам не будет плохо. Это гарантия того, что вам не будет плохо. То есть вы создаете в том месте, в котором вы находитесь, такой поток служения Всевышнему в радости, что Всевышнему не надо вас пробуждать неприятностями. У вас не будет неприятностей. Это первая категория людей. Вторая категория людей, кому плохо, они просят. Иногда Всевышний им дает, иногда нет. Говорит Рав Шалом Аруш, что Всевышний проверяет просьбы мера за меру. Как ты другим, так и Всевышний к тебе. Третья категория, это как раз то, что он призывает. Он говорит, что когда ты в яме, первое, прими волю Всевышнего, скажи: это ты хозяин мира, я, это вера. Второе, я тебе благодарен, потому что все, что ты делаешь, все к лучшему. И третье, чудесное спасение придет, он говорит. И сегодня он начинает главу, он говорит: вера и благодарность. Он говорит, а вот бывает такое, что люди, значит, дурное начало изо всех сил стремится скрыть эту истину. И люди, которые слушают уроки про благодарение, изучают мои книги, дурное начало нашептывает, что они же молодцы уже, они не ноют, они не ропщут, они благодарят. Но им спасение не приходит. Вот они так говорят. Я постоянно благодарю, а мои беды не исчезают. Он говорит, всем, кто так жалуется, я постоянно благодарю, а мои беды не исчезают. Следует ответить: ты прав, ты говоришь спасибо, но лишь потому, что так положено. Хотя в душе ты и не проникся этой истиной. Поэтому ты даже благодаришь ноя. Ты ропщешь, да жалуешься, и просто меняешь слова нытья на спасибо. То есть он говорит, те, которым не приходит спасение, когда они благодарят Всевышнего в ситуации неприятности и проблемы, они не по-настоящему благодарят. Они не верят, что все от Всевышнего. Они не верят, что все во благо. И он говорит, им я даю совет. Начните просить Всевышнего, помоги мне поверить в тебя. Кто все это сделал? Ты. Значит, это хорошо, ведь все, что ты делаешь, мне во благо. И когда такая у тебя есть во Всевышнего вера, и когда ты искренне говоришь спасибо, спасение придет. Теперь дальше он доказывает эту идею отрывками из Раби Нахмана. И в итоге он приходит к очень интересному такому объяснению. Значит, есть такой псалом. Псалом называется «Хвалебная песня Тхилали Давид». Да? «Хвалебная песня Давида». И этот псалом считается один из самых важных среди всех псалмов. Мы его читаем 3 раза в день. Он является частью всех молитв. И написано в Талмуде, что кто его читает 3 раза в день, этот псалом, тому гарантировано, что он попадет в Олам Аба, в грядущий мир. То есть этот псалом самый важный. Псалом этот, он идет по алфавиту. И там идет, вот каждый отрывок идет, начинается с буквы алфавита. Начинается он: «Ашре Ишве Бейтеха, счастливы сидящие в доме твоем, Оде Луха Села, Ашре Аам Шекахало, Ашре Аам Шашем Элкав, Тейла Ли Давид, Аромимха Элуай Мелах». Значит, Аромимха — это «я вознесу тебя, Бог мой, царь мой». «Вархашем халю улам ваэт», и «буду благословлять имя твое вечно». Видите, там есть «и буду благословлять имя твое вечно».
Бухолио. И так далее, идет буква за буквой. Он говорит, каждый отрывок, там есть две части. И, которые идут через И. И вот мы доходим до отрывка. До отрывка, который звучит так. Есть стих. Коров Ашем леколь корав, леколь Ашер экрову БМС. Значит, близок Бог ко всем призывающим Его, ко всем, которые призывают Его истинно. Истинно. Значит, ну то есть, искренне, истинно это по-настоящему. Близок Бог ко всем, кто призывает Его по-настоящему, истинно. И он говорит, вот в этом отрывке-то есть объяснение. То есть Всевышний-то он читает сердца. Если ты Его благодаришь, если ты в Него, но ты по-настоящему не веришь, что все, что Он делает, все к лучшему, Он говорит, не работает, не приходит спасение, потому что есть то, что ты говоришь, а есть то, что ты думаешь. И Всевышний, Он же знает, что ты думаешь. Если ты Его не истинно благодаришь, если ты только внешне говоришь, то спасение не приходит. То есть, поэтому Он говорит, нужно настроиться первым делом на вот это вот осознание и понимание. Первое, стопроцентная вера, что все от Всевышнего, все это делает Он. То есть вся реальность, которая приходит каждому человеку, весь этот мир, эту реальность производит Всевышний. То есть реальность это и есть воля Всевышнего. Все, вот эта вот секунда, такая, какая она есть, вот именно вот фактическая реальность, да, это воля Всевышнего. То, что я думаю, это мой выбор. То, что я предполагаю, это мой выбор. То, как я объясняю, то, что кто говорит. Все вот эти вот мысли, слова, интерпретации, объяснения, это все не воля Всевышнего. Реальность – это воля Всевышнего. Вот эта реальность, которая есть. Теперь, когда ты это осознал и понял, у тебя есть у тебя дальше возможность интерпретировать то, что ты осознал, как ты хочешь. Вот это уже свобода выбора. То есть много мыслей в сердце человека, замысел Бога, он исполнится. Ле Адам Арахот Лев, для человека тропинки его сердца, да, а от Бога Маане Лашон, а от Бога уже то, что будет сказано. То есть мысленное вот это вот построение реальности, да, интерпретация того, что происходит, она 100% зависит от человека. Это его свобода выбора, это его творение, его создание. Как он думает о будущем, как он думает о прошлом, как он думает о людях, как он думает о Боге, как он думает о Ицхаке. Это все ваша личная интерпретация, ваше личное творение. Да? И когда вы сотворили свой внутренний мир, дальше вы этот мир начинаете реализовывать в первую очередь словами, которые выходят из вашего рта. Слова, которые выходят из вашего рта, они достигают ушей других людей, которые интерпретируют эти слова по-своему. В итоге люди или вас помогают, или не помогают, или любят, или не любят, или в хороших отношениях, или в плохих. Но именно ты сам производишь вот эту реальность. Что дальше получается? Говорит Рав Шалом Аруш, если ты искренне от всего сердца понимаешь, что все, что происходит, Бог делает к лучшему, то твоя вера, что все к лучшему, если у тебя в этот момент все хорошо, то эта вера, она создает тебе защиту, да, она создает тебе, то есть ты, у тебя все хорошо, и ты веришь, что все хорошо. Красавчик, молодец, то есть это ты сказал правду, у тебя все хорошо, ты веришь, что все будет хорошо, молодец, Всевышний говорит, ну реально, отличник, боевой и политической подготовки, все с тобой будет хорошо. Другой человек, он, и у него все хорошо, а он почему-то так создает свой мир, да, внутренний, что он верит, что все будет плохо, верит, что Бог его не любит, верит, что Бог ему не поможет, верит в то, верит в это. Все люди верующие, атеисты, они верят в Дарвина, они верят в идею, что Бога нет. То есть атеист такой же верующий, фанатик, как и религиозный. Только религиозный верит в Бога, а атеист верит в идею, что Бога нет. Нет между ними никакой разницы. Оба верующие. И оба строят свою жизнь, исходя из своей веры. Теперь что получается? Давайте раз дальше посмотрим. Когда у человека все хорошо, он верит, что все хорошо и все будет хорошо, он создает защиту. Когда человек, у него все хорошо, он верит, что все будет плохо, он создает предпосылки для того, чтобы было плохо. То есть он как бы
на себя накликать беду, да, это называется. Он кличет, он кричит, я верю, что все будет плохо, давайте, ну докажи мне, Всевышний. А, тебя же нету, хорошо, тебя нет, значит точно все будет плохо и никто мне не поможет. Это как бы вера атеиста. Теперь человек, у которого действительно все плохо, вот у него все плохо, не дай Бог, чтобы ни с кем такого не было. Говорит нам Рав Шалом Аруш, если ты осознаешь, что все плохо, опять же, здесь разные степени есть осознания. Слово «плохо», оно у каждого человека трансформируется в десятки разных слов, сотни. Кто-то плохо, кто-то скажет, то есть, знаете как, кто-то так может рассказать, что оно настолько плохо, что прям вообще жить не хочется. Кто-то, как у тебя дела? Ну, ты знаешь, не очень хорошо. А что не очень хорошо? Ну, вот там ногу отрезали, руку отрезали, там, все, в общем, это самое. Как дела? Не очень хорошо, значит. А кого-то спроси, как дела? Кошмар, вообще жизни нету, вообще жуть, у меня просто трагедия, катастрофа. Что случилось? Голова болит. То есть люди по-разному описывают то, что с ними происходит. Теперь говорит Рав Шалом Аруш, если в этом состоянии человек, он осознает, что все, что произошло от Всевышнего, если человек в этом состоянии, когда ему реально плохо, он говорит, и это к лучшему, не говорит, а верит в это. Он верит, что Бог ему что-то, он ему хочет сказать этим, и он понимает, что все к лучшему, что у него голова болит, это значит, что Всевышний его так любит. И спасибо тебе, что у меня голова болит, спасибо тебе, что ты мне что-то этим сообщаешь, спасибо, спасибо, искреннее спасибо, не просьба, спасибо, блин, как мне надоело, почему мне так плохо, а искренне, спасибо тебе, что голова болит, какой вообще, слава Богу, что ты обо мне помнишь, что у меня вообще есть голова, спасибо, ты мне что-то хорошее хочешь сказать. В этот момент, говорит Рав Шалом Аруш, или голова пройдет, или же ты поймешь, что нужно делать, чтобы она прошла. То есть он делает акцент на слово искренне. Коров Ашем Леколь Корав. Близок Бог ко всем, кто к нему взывает. Леколь Ашер Экрау Беэмет. Для всех, кто к нему взывает истина. То есть у кого в сердце есть вот то, ну, настоящая вера и вера в то, что все к лучшему. К тому, к таким людям Бог близок. Теперь открываем книгу Рав Зелек Плистин. Сэнкью называется. Американский раввин, который нам дает уроки практического применения вот этой вот магической силы благодарности, которая меняет жизнь, исцеляет, делает чудеса, а когда хорошо, создает защиту и создает такое качество жизни. Представьте, вот два человека. Один человек пьет воду и благодарен и восхищается. Пьет сок, благодарен и восхищается. Пьет все, что пьет, благодарен и восхищается. Значит, у него жизнь прекрасна, потому что он пьет в день минимум 10 стаканов жидкости, ему все хорошо. Другой человек, он такой, вот это вот кофе, разве это кофе? Это вообще не кофе. А что это не кофе? Ну он же холодный, кофе должен быть в горячей чашке. Вот в Италии как делают кофе? В Италии чашечки специально ставят на кофемашину, чтобы она была теплая. Если чашка теплая, в нее наливать кофе, вот это кофе. А это все, что мы пьем, это не кофе. Ну хорошо, выпил ты не кофе, там, две чашки в день. Дальше вода. Это разве вода? Что это за вода? Вот там, Эвиан, это вода. И то это Эвиан, это в пластике, это не вода. А вот в стекле вот это вот вода. И то в стекле тоже не вода. Хорошо, выпил он два стакана не воды еще. Да, недовольный вообще. Третье, вино. Вино, значит, он... Ну что за вино это? Вот вино, значит, вот то вино, вино. А это что, разве вино? То есть тот, кто пьет и благодарит, у него весь день у него счастье, благодарность, он кайфует. Тот, который все ему не то, не так, не здесь, не то, он целый день страдает. Вот магическая сила благодарности. Теперь Рав Шалом Аруш нам объяснил, что благодарность должна быть беэмет, истинная. Говорит нам в 36-м уроке книги Сэнкью Рав Зелек Плистин. Он говорит, называется урок так. Актин ас иф. Действую как будто бы, как будто бы. Он говорит, пришел ко мне один человек, который lacks feelings of gratitude. У него была недостача, да, ему не хватало чувства благодарности. И он пришел, значит, ко мне и говорит, что мне делать? Ну вот не чувствую благодарности. Вот пью я воду, не нравится она мне, пью кофе, не нравится мне кофе. Пью вино, опять мне не нравится, потому что, ну вот так, такое...
Я, значит, изнеженный эстет, и мне вот я все вижу во всем недостатке. А я хочу быть благодарным. Что мне делать? И он говорит, я ему советую, значит, ему и всем людям, которые хотят приобрести позитивные разные черты характера, значит, советую я так делать. Рамбам, великий еврейский мудрец Рамбам Рамуше бен Маймон, который жил 1000 лет назад в Египте, кстати, он жил, он в книге Мишна Тора советует нам следующую вещь. Он говорит так, что сердца, они тянутся за действиями. То есть, он говорит такую вещь, действуй, как будто бы ты такой, и ты станешь таким. Он говорит, влияй на себя через действия. Он ему говорит, хорошо, ты не чувствуешь благодарность, но благодари. И когда ты будешь это делать многократно, то в какой-то момент у тебя включится и чувство тоже. То есть он вот эту вот связочку, мысль, слова, действия, он говорит, что здесь самое главное действие. Если ты действуешь как благодарный, сработает. Через какое-то время ты будешь чувствовать благодарность. Но как же это сочетается с тем, что мы учили в этой книжке? А здесь он говорит, близок Бог ко всем, кто взывает к нему истинно. То есть если у него в сердце есть вера и благодарность, Всевышний его слышит. А если он говорит губами, я спасибо, 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 слова спасибо, а на самом деле это нытье, не работает. Как здесь быть? И вот мне кажется, давайте каждый для себя этот вопрос обдумает отдельно, но я вам хочу дать, какой ко мне пришел ответ, объяснение. Тот человек, который пришел к раввину и говорит, как мне научиться быть благодарным, у него в сердце есть запрос, он истинно глубоко-глубоко в сердце, его намерение, его желание, оно быть благодарным. Теперь его привычки мышления, да, то мышление, которое у него сформировалось годами, он неблагодарный. Но его настоящее, истинное, искреннее желание – это стать благодарным. Поэтому он его и спрашивает, раввина, как мне стать благодарным? Я не чувствую благодарности, у меня в голове все время вот крутится, что вода невкусная, то не то, то не так, но я хочу быть благодарным. То есть его намерение в сердце, раз он пришел, уже оно истинное. Да? Дальше раввин ему отвечает словами Рамбама, действуй, как будто бы ты благодарный, по Станиславскому, да, влейся в этот образ. Действуй, как будто бы ты благодарный, и постепенно твоя вот эта мыслительная... Ведь мышление это же тоже стереотипы. Мы все магнитофоны, которые повторяют слова, которые когда-то в нас вселили другие люди. То есть мы все набор каких-то мыслеформ, которыми мы оперируем в своем мышлении. И человек, который искренне хочет стать благодарным, искренне хочет поверить в Бога, он молится и говорит, Всевышний, дай мне, пожалуйста, вот инструменты для этого. Я хочу таким быть. Я не такой по привычке, но я хочу таким быть. И Всевышний ему дает книги, уроки Торы, какие-то ему дает возможности. И он напитывает свой интеллект, свою вот эту нервную систему, свои нейронные сети и соединения, напитывает новыми мыслеформами, новыми знаниями по нашему языку. И он говорит, он 100 раз в день говорит, я благодарен, я благодарен, я благодарен. И у него вот эти вот слова «я благодарен», они меняют его старые вот эти вот скептические слова, которые в него напихали мультики там про старуху Шапокляк, кто людям помогает. Вот каждый русскоязычный человек моего возраста может спеть песню, которую не слышал уже 30 лет, она в нем живет. Кто людям помогает, тот тратит время зря. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Хорошими делами прославиться нельзя. Это пела старуха Шапокляк. Но эту песню, она же где-то внутри живет. И представляете, то есть, что получается? Человек, который хочет быть благодарным, а ему приходят такие слова, он скептически, он может людям всякие неприятные вещи говорить по привычке, вместо благодарности. Так вот, еще раз, намерение – это самое главное. Когда вы намерение выражаете в молитве ко Всевышнему, я хочу поверить в тебя на 100%, чтобы я понимал, что все от тебя, это первое. Хочу быть благодарным тебе, это второе. Дальше третье, ты начинаешь действовать, как если ты благодарный. И четвертое, приходит и благодарность, и спасение. И вот тут есть еще одна разница, хочу тоже на этом чуть-чуть подчеркнуть ваше внимание.
Вот этот человек, который в Америке пришел к раввину, хочу стать благодарным, он пришел в ситуацию, когда у него все хорошо. И в этот момент, когда ты не испытываешь благодарности, то ты через действия, в принципе, ты создаешь достаточный уровень. Для Всевышнего главное твой выбор и твои действия. Здесь он говорит о ситуации проблемы, когда человек хочет чуда. Когда он реально хочет чуда, это совсем другая ситуация. Когда человек, вот эта история про маму, дочь, единственную заложницу, которую спасли силой в этой вот сейчас войне в Израиле. Это ее мама, она сделала все вообще возможные и невозможные действия духовные, которые можно было. Вот есть вот его совет, это очень сложное духовное действие, когда тебе плохо и дочку украли, при этом благодарить Всевышнего. Она перед шаббатом делала халы, и, халы, шаббатные хлеба. И она говорила, я тебе благодарна за все там, все. В общем, она с этими халами, Сефер Тору внесла. Ее родной брат сказал, если Всевышний ты спасешь мою племянницу, я начну соблюдать шаббат. То есть они все, что можно было, они сделали. Написали в Сефер Торе там букву специальную ее имени. Занесли, купили Сефер Тору, занесли в синагогу. То есть все, что можно было на духовном плане, чудесные вот эти вот действия, такие сверхдействия, они все сделали. И тут вдруг бах сообщение, что единственное... Ну, представьте, идет война, никого из заложников не могут найти, не обменять, ничего. И тут, значит, спецназ израильский получает информацию, где находится ее дочка. Внутрь газы проникают и вытаскивают эту девушку-солдатку, спасают ее. И, значит, все, ни до нее, ни после нее, ни сейчас, никого не могут освободить. Ее освободили. Вот здесь говорится о чудесном, конечно. Если ты хочешь чудесное спасение, ты сам должен внутри себя совершить чудо. Если ты хочешь просто хорошую жизнь, тогда ты идешь по простой пути, как физкультура, разница между физкультурой и здоровым образом жизни и операция сложная. Операцию сложную делают, когда человек уже заболел, когда ему, то есть все, он при смерти, сложная ситуация, и здесь нужно чудо. Когда человек в нормальном состоянии, ему нужно просто мини-чудо. Каждый день делать зарядку, каждый день полчаса уделять своему здоровью, каждый день чуть там выпить лишний стакан воды. То есть это все напряжение, это все изменения, но они такие очень лайтовые. Вот в этом, так мы решили противоречие между этими двумя путями, книгами. Все, друзья, удачи всем и успехам, чтобы мы с вами, в какой бы ситуации мы ни находились, если все хорошо, благодарите, чтобы не было плохо. Чтобы не было потом, не пришлось Всевышнему сделать плохо, чтобы вы начали ценить то, что сейчас происходит. Благодарность Всевышнему за каждую минуту, за каждый вдох, за каждую секунду жизни, за все. Это если вам хорошо, вы создаете себе, оправдываете свое существование, можно так сказать. Если, не дай Бог, кому плохо, поймите, что Всевышний все делает... для нас, то есть он создал для нас мир, он создал для нас все поколения. Сейчас недельная глава, которую мы сейчас читаем сегодня, это как Ицхака, который жил в земле Плештим, вот как раз там, где сейчас идет война, и как Всевышний дал ему в этот год в 100 раз больше урожай, и пришли к нему эти Плештим и говорят, уходи отсюда, да, и он ушел, а они за ним гнались, и засыпали его в колодцы. Ицхака, было два колодца, была война за колодцы. Потом, значит, третий колодец. Все повторяется. 4000 лет назад была эта история. И мы видим, что Бог любит еврейский народ. 4000 лет назад он спасает потомков Авраама. Авраам, Ицхак, Яаков, Исраэль, 12 колен и так далее. И все будет хорошо. Всевышний, если и делает нам какие-то неприятности, только чтобы усилить нашу веру и благодарность. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы у всех было все хорошо, и чтобы Всевышний слышал наши молитвы. Наши благодарности и молитвы.